Каждый водитель знает, знак буква «Ш», расположенный сзади автомобиля, означает, что впереди идущий транспорт оснащен шинами с шипами, и на скользкой дороге он может внезапно затормозить. Знак по ГОСТу, белый равносторонний треугольник с красной обводкой, внутри изображена буква «Ш», должен быть расположен в месте, которое не будет ограничивать задний обзор движения. Предупреждающий знак повышает внимательность водителя сзади идущего транспорта. Теперь обязанность нанесения этого знака предусмотрена административным законодательством. Постановлением правительства Российской Федерации в Кодекс административных правонарушений и правила дорожного движения внесены изменения. Изменены предусмотрена административная ответственность за отсутствие на транспортном средстве, оборудованном шипованной резиной, обосновательного знака шипы. За отсутствие на транспортном средстве обосновательного знака шипы предусмотрена административная ответственность в размере 500 рублей. Водители, при движении в ряду будьте внимательны. Знак «Шипованная резина» может не только вас уберечь от внезапного столкновения.